это вызов, давай. Девушки оценивают. Давай, 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 давай. Стоп, стоп, проходите, проходите, у нас тут батл, у нас тут батл. Все, 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 все. Красава. Уй! Ну пацаны! Сейчас, секунду, подожди. Выкинул мусор. Прошу, ответь, очень важно для жизни. Андрейка, а скажи мне, какие трусы выберешь ты? Такие квадратные, чтобы пенис был в броне и защите? Или треугольные такие, в которых яичко может и вывалиться из гнезда? Конечно, не треугольные. Вообще вопрос интересный. У меня есть один друг, он носит исключительно треугольные трусы. И у меня есть еще 10 друзей, они носят исключительно квадратные трусы. И мы все задаемся вопросом. Почему он носит треугольные трусы? Что не так? Но он прям настаивает, что это лучшие трусы, что это потрясающе. Мы попробовали. Это ужасно. Что не так с ним? Почему это происходит? Так. Печкин, привет. У меня есть вопрос. Привет, Печкин. Привет, Подсолкин. Привет, 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 привет. Неужели там что-то... Так, вот здесь. Тот она точно меня не знает. Проверка. Ты дурак, Лёш. Спасибо большое. Да за что? Я только зашёл. Чё, а где Алексей? Привет. Алексей, привет. Меня зовут Ксюша, если что. Печкин, привет. Стилмикс, привет. Нравится одна девушка, учится со мной в одном. Ну, приятная такая. Я не знаю, у меня нос, наверное, заложен. Я вообще не чувствую, но здесь я понюхал. Нормально, да? Что еще тебе показать? Ну, все, Вань. Титьки! Ну, это после стрима. Let's go! А кто в лесу мохом вытирал попу? Было такое, нет? Ну, было. Ну, давайте без этого. Я помню, кросс, когда бежали, кросс. Я помню, мне так приспичило. Я за 5 секунд пошел покакал и мхом вытерся, реально. Не, это было, это было. Это я не скрываю. Здравствуйте. Натуральный крем для рук фиолетовый, защитный. Можно купить, пожалуйста, да? Да. Ой, извините, извините. Это, извините, такого. Это... Не так сильно, это самое, держать. А что мне надо сделать? Смотрите. Не, правильно, красава, красава. Как вперед ходит конь? Нет, буквы Г. Шахмат. Представь, горит дом, что ты спасешь, человека или мороженое, пломбир? Бать, не так спрашивай. Можно вот, я спрошу? Вот такой вопрос. Ну, давай, 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 Дим. Горит дом, на одном этаже человек, ну, в одной комнате, а в комнате напротив 10 маленьких котят, только что родившихся, с мамой, кошкой, и они очень мяукают, так мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Кого спасешь? И на третьем этаже магнитола новая, в Жигуль. Теперь вам дают ответ. Я еду не один, а со своим подразделением. У меня есть подчинение водителя, еще 3 хорошо, пожарных. Рассредоточу силы свои и так. Такого не может быть. Такого не может быть. Такого не может быть. Ну, что вы несете реально? Что за глупости, пацаны? Что за... О, да. Глубже, да.
Блять. Ты знаешь, зачем я так делаю? Нет. Чтобы не гладить вещи. Реально? Вот если ты так просто будешь делать, гладить не надо. Они сразу глаженные, типа, ну, становятся. Кто из пацанов знал? Это чисто пацанское тело. В общем и целом, если у тебя будет в доме женщина, то тебе не придется так делать. Согласен. У меня нет гранат, братишка. Я не казуал. Женя, я тебе так скажу, Лер, я никогда, ни за что, ни с кем из женского пола по-дружески видеться не буду. Нахуй мне это надо? Я человек одинокий, могу себя неправильно повести, могу неправильно понять другого человека, нахуй мне это еще раз надо? Если я хочу по-дружески с кем-то провести время, у меня для этого есть друзья-мужчины. Мы прекрасно друг с другом проведем время. Не будет никаких недопониманий. Мы всегда прекрасно друг друга поймем. Если я захочу погладить его коленку, он даст погладить его коленку. И никак мне не будет предлагать потом и обвинять меня в том, что я домогался до него. Если захочу шлепнуть его по попке, я шлепну его по попке, и он мне ничего никогда не скажет. Я потяну тебя за письку и оторву, и твоему отцу я нравлюсь, по-моему. Обидно, что в рот не брал все 4 дня, засосы не маскируй, выебни меня. Обойдите кучки, не ходи по говну, если не будет сегодня секса, то я умру. Плохо, что наше время истекло, я иду домой, зато тело... Малышка, добрый вечер. Алло, привет. Привет. О, ебать, а голос, блядь, сексуальный, там вот все ебал. Че? Сколько тебе лет? 14. Иди да нахуй, я тоже твой все ебал. О, не ебал, не-не-не. А что там было? А, там пиздец, шмана. Мне говорили, что я достаточно секси. Что, рука дрочера? Понимаю. Да. Сколько стоит тебя позвать? 15. А, долбай. Официально ебать. Конченый за 15 тысяч звать. За 15 тысяч мог бы поебаться со шлюхой. 15 стоит онлайн. 30 ты не онлайн. Сравнивай. Это... Сколько стоит 20 тысяч? 30 офлайн, 15 онлайн. Сколько отдал ты денег лично сейчас за анестезию? Ему Дима сделал большую скидку. Дима, ты, блядь, красава реально. Лучше забудь наш номер на... Когда в жизни нахуй больше не звонили. За 30к, Дима, я ебал вас видеть здесь, в этой комнате. Да ты не выражайся так, пожалуйста. Ну, пиздец, доху, дохуя. Проблема. У него проблема? То, что он просто в голове ебал, ну, нормально, у него штамп. Это, видел? Понятное дело, я видел. Димас, я ты видел штамп его? Покажи ему. Покажи, Лев. Что покажи показать? Димасу штамп свой, нахуй. Он про другое говорит, не про это. А, да, я поняла. Ой. Ты закрой рот, ты закрой рот! Я уже видел. Чтобы понимала. Вот я когда с ним спал, он вот так переворачивается, вот я лежу рядом, он рядом. Больной. Он вот так спит. Идиот. Переворачивается, мне по жопе им бьет, чтоб ты понимал. Да блять! Он по жопе мне хуярит. Я думаю, что это, блядь? Думаю, ну кто-то. Чем ты занимаешься? Сексом в основном. Идиот! А что? Стримишь? Я стримлю, стриминг это не мое. А что твое? Я его менеджер. Да? С каких пор? Не, честно, у меня штамповочный цех свой. Потрясающе. И что штампуешь? Я ничего, штампы делаем. То есть у меня есть цех по производству штампа. На свинях, на поросях обычно. Почему непорядочная? Смотри, я начала встречаться с молодым человеком и планировала с ним строить семью. В целом все к этому шло. Это был первый мой молодой человек. Но так произошло в жизни, что не получилось. И это не показывает о том, что я непорядочная. Я также придерживаюсь своих ценностей. Я не сплю со всеми подряд. Фатальная ошибка. Фатальная ошибка. В чем же ошибка? Нужно спать со всеми. То, что ты со всеми, с ним... Встречалась, а надо было с ним. Занималась. Как ты думаешь? Я думаю, что да. Правильно. А что говорить? На лыжах покатались. Она в баню звала. Ты поехал? Нет. А должна была, знаешь, я приличный человек. А надо ехать. Я не хочу. А теперь надо. Да. Вообще не важно, что ты хочешь, надо просто делать.
Блять, ну реально это наша нахуй. Чё? Правильно говорю? Чё делать? Ехать и добиваться, да, ее? И ебать еще в бане. Да. Что? То-то, тебе психолог хуйни не посоветует. Ты мне не веришь, вот тебе человек, профессионал. Блять, мне головой об стену ебаться и все. Профессионал. О, анал. О, как никто не против анала здесь сейчас? Димас? Блять, закрой рот, пожалуйста. Девочка с неба не упадет, такая, которая тебе нужна, друг мой. Упадет. Еще и нахуй сразу. Вряд ли. Старый, пофиксил комп? Сейчас проверим как раз. Да, все четко. А хуй, кстати, будет, если ты сейчас вылетишь? Невозможно подключиться к серверам EA. Еще раз пробуем. Стреляй, стреляй! Тина, блядь! Еще чуть-чуть! Я знаю эту местность! Держись! Ух, блядь, деревья! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Обожаю эту игру. Я пока, какой пример я подам своим детям? Вы идите нахуй. Съедят меня с говном. С говнищем. Они будут говорить, какой у них плохой папа. Их одноклассники будут говорить, а мой папа космонавт, а мой папа депутат. А мои дети будут говорить, мой папа ебанат. Что такое сарказм? Это когда девочки хорошо во время секса. О! Настоящий! Он добрый? А-а-а! Блять, отста! Ты чё? Батя перед тем, как съебаться, установил мне игру на компьютер серьезный с М2, и я в него ебашил. И перед тем, как съебаться, он установил мне стратегические игры по типу Герои 3, Генералы, там вся хуйня. Тимур, мы с тобой так похожи, только я был по другую сторону баррикады. Через 7 лет после рождения отпрыска ушел из семьи. Он отстал, и был я ему, и игр накачал, чтобы развивался, и перестал ко мне подходить. Мы вообще-то Лего собирали, блять, помнишь? Мразь. Он решил ее бросить, и он просто в один день собрал вещи, пока матери не было дома, и уехал. Аргументируя это тем, то, что когда он приедет и начнет этот разговор, мать начнет плакать, и он не сможет, типа, уехать, потому что ему будет жалко ее. И поэтому он решил съебаться, пока никто не видит, блядь. Умом? Это ебанутый авантюрист, блядь. Нет. Расскажи про свой парфюм, которым ты надохурился перед выходом. Эта кофта оказалась старая, но чуть-чуть пахнет. Чем? Нюнюка, короче, эта кофта оказалась, я ее не стирал. Я чувствую, я не это просто я случайно. Я съел, думала, может, от меня какая-то хуйня воняет. Я ее случайно. Я думала, сначала это от меня какая-то хуйня воняет. Ну, просто интересно. Сейчас, дай поправлю. Вах! Ебать, снимаю нахуй. Не, реально, да сними просто жар. My name is Jack Black. I am a wealth manager. Give me 10 minutes, your account will be blocked. You good boy. Я боже, за что, блин? Да блин, ну за что? Салют, брат. Я вообще, я не понимаю, чё тебя банят? Ты ж вообще такой самый кайфовый стример. Да, бро, шо? Что не так с людьми, почему они что хотят? Что не так с людьми? Куда сделать? Я не за, брат, а я даже не могу тебе ничего сказать по этому поводу, потому что просто уроды, блин. Do you see my cock? Ты видишь меня? Where's your dick? Где ты находишься? Take my cock. Ты дружелюбный? I wanna make your blue job. Я хочу увидеть тебя. Do you want my blue job? Ты хочешь увидеть меня? Your dick here? Ты находишься здесь? Show me your dick. Покажи себя. Do you want gangbang? Ты хочешь встретиться со мной? Бля, пользуйся, у меня А2 уровень. Долбоёб! Я, ты думаешь, я настолько английский не знаю? Там у тебя дик присутствовал, дебил! Дик это пенис! Voice reading to high view ink dent you all can... Блять, ну ты, блять, а давай сделай это на одну секунду, чтобы я вообще ни одну букву нахуй
не прочитал. Ебать, минетик ебнуло. Кровавый. Нам куда? Нам туда, Лев. Направо. Быстрее, Лев! Идиот! Кроссовку! Она поймала. Спасибо, извините. Подожди, ты туда засынул. Мы из-за тебя зашли, спасибо, друзья. Давай на дерево, вот сюда. Видишь вот это? Ко мне подойди. Вижу. Погнали, погнали. Ты? Это не ты, сзади, сзади! Ебать! Да не меня, ебать! Уёбище! Парни, бей меня! Давай, давай, гаси его! Опа! Отступаю, отступаю. Отступаю, блядь! Да, блядь, я думал, это ты! Ну, блядь, какой ты бомбу клад! Меня начал пиздячить, сука! Ты, Дима, в школе был отличником? Я нет, я был отличником до 5 класса. Потом я головой уебался об качели, но, ну, жестко, что у меня аж это самое... Ну, я прихожу домой, даю маме шапку, говорю, мам, я ударился, она шапку несет в ванну, выжимает ее, и там просто капельки эти красненькие, пам-пам из шапки, и все, и я после этого стал на тройке учиться. Кровь, знает, кровь, так, кровь, кровь. Да. Ебать. Ебать. Здравствуйте. Добрый день. Вызывали такси? Такси вызывали? Нет. Ну ладно. Да он не надувается, блядь, ну это хуйня какая-то, блядь. Кстати, айфон кто-то дал, подарил, отправил. Охуеть. Спасибо, спасибо. Ай, блядь, он электрошокер! Короче, ребят. Нападение готовится вон туда. Мы нападем скоро и скоро. Сейчас остановим танки. Танк готов. Танк уже почти на подходе. Только нам нужно определить, кто в нашей компании левый. Мужики, вы знаете, кто левый? Он же сзади, суки. Все, левых нет. Мы готовы. Блин, ты долбанный. Иди нахуй. Блин, че он нам... Эй. Ой, я сломал его. Что вы там стоите, ребята? Ух ты, блядь, еще и попасть надо, нахуй. О! Чего, блядь? Хорошо, хорошо, хорошо. Я сейчас объясню. Вы что, гандоны это открыли, шлюхи? А что мы сделали, брат? Гандоны это подарок был. Кому? Блядь, подождите. Подожди, ну заткнись ты тоже. Шмай, что это? Сейчас ты заткнулся. Подожди, ну заткнись. Да, подожди, заткнись. Стила знаешь? Нет. А Рената? Нет. А Рошана? Нет. А Джамшута? Бля, это рандомный вообще говоришь? Просто в голове генерируешь. Нет, роддом это где дети рождаются. В космос летал? Нет, а ты? Да. Хуй на 1-0. Чтоб вообще ни малейшей дырочки не осталось. И на полную. Блядь! Сейчас, стоп, стоп! Крутой. Бульбулятор. Это мы живем в мире вот таких вот инноваций. Это я туда воду налила. Блин, проститутки, который придумал сигареты, нахуй. Я его маму ебал. Я его так вот сжимаю, блядь. И, сука, в помойку вот так, сука, выкидываю со звуками. И просто пошел. И вот у меня вот отпустило. Как только я выкинул, у меня просто вот камень с души. Прошел 10 шагов, вернулся, руку в помойку достал, открываю пачку, беру сразу 3 сигареты нахуй, подкуриваю и иду в машину. А ты, кстати, ты на ЛКМ нажимаешь одним пальцем или двумя? В смысле? Ну, чтобы ты понимала, я не знаю, ты замечал или нет, Ваня, например, на ЛКМ жмет двумя пальцами. Как это? Ну, у Ванька на ЛКМе и указательный, и средний палец. А ПКМ у него безымянным пальцем.
Безымянный палец, это же вообще бесполезный палец, он же отвратительно двигается. Но вот Ванёк на ЛКМ двумя пальцами нажимает. Легенда. Танцуем вместе! Да, кто настоящий много, да. Сын, бляди, танцуем! Да вчера, погнали! На самом деле, вчера на самом деле было то же самое, только вчера было 6 тысяч, типа, и 4 там кто-то какой-то козел накручивал. Но... Вот они, слева сегодня направо, нормально. Ребят, тупые стримеры. Fucking shit, man, ну за нормально, что? Нормально, 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 сейчас быстрее будешь ехать даже. НТ, НТ, НТ. Иван, просто, еще впереди тоже есть. Пизда. Мама мия. Блять! Как так вышло-то? Жизнь говно, вы же понимаете, что они вас опрокидывают. Они пришли к вам хайпануться и никому из вас не дадут. В смысле, нахуй? А вот про 30 половых партнеров, это правда? Про 300. Я говорила 300, не 30. Это неправда. Это неправда. Не, честно скажи. Нет, неправда. Это неправда. Нет. Я сразу ношу на порядочный. Нихуя 300 половых партнеров, это в 21. Это ж ебать, это ж как тебя штамповать надо, нахуй. На самом деле, сколько? Три. Надень. Ну давай я тоже свою, свою надену. Надень свою. Покажи свои подмышки, что это такое было? Ой-ой-ой. Блять, фу, ёбаный рот. Ну, Лев, блядь. Ёб твою мать. Это было... Так и надо. Это пи***ц, у него даже не встало. 22 сантиметра. Лика, что было конкретно сейчас? Ну, я попробовала сейчас, ну, там, села сиську. На коленке. Угу. Я ему показала сиську, он тоже потрогал ее. Одну. Вот, он такой, типа, говорит, да, ну, не могу. Я начинаю дрочить немножечко. У меня не получается. То есть, у него не встает. Еще какие-то катышки были. Вонючие. Тигр стал львом. Катышки еще были какие-то. Что, прости? У него какие-то катышки вонючие были. Я так, у меня стало страшно, потому что темнота была. Ничего не говори. Покажите ссылки на твич девчонок в один из стримов. Wonder why the beef with me and never last. And I ain't even got a blast. Behind me it's life. 50 niggas down to throw their life away on my behalf. Shit, I ain't even got a ass. They just gon' spin and crash shit. Boy, you're on the wrong path, nigga. I know I listened to your last shit. Wait, all of my bitches, they all be the same. All they just want is a Tiffany case. I know you were saying about the shit that you did. I know I can see when I look in your face. I